Ребята, я конкретно в шоке с того, сколько голды я потратил в сегодняшнем видеоролике. Ребята, просто смотрите ролик до конца, вы сами все увидите. Я не знал, что я на Origin коллекцию потрачу столько много голды. Приятного просмотра. Ребят, но перед этим я хочу сказать, что совсем скоро нас уже 700 тысяч подписчиков. И в честь этого на канале будет юбилейная прокачка, в которой может попасть абсолютно каждый из вас. А все, что вам нужно сделать, я сейчас скажу. Чтобы попасть в юбилейную прокачку, вам нужно, во-первых, поставить лайкос на видос. Ребята, давайте, пожалуйста, соберем под ролик 10 тысяч лайков. Также, ребят, вам нужно обязательно досмотреть ролик от начала до конца. Без перемоток. Это очень важное условие. Во-первых, ролик интересный. Во-вторых, возможно, вы в прокачку попадете на 700 тысяч подписчиков. Вы сами понимаете, прокачка будет хорошей. Также, само собой, нужно обязательно подписаться на мой YouTube канал с колокольчиком. Ребята, мы почти дошли до 700 тысяч. Осталось вот совсем чуть-чуть. Так что давайте поднажмем, подпишемся. Ведь вот столько людей смотрят без подписки. Если вы подпишетесь, то быстрее будет ролик с прокачкой. Также оставляйте комментарий со своим айдишником стендофа, либо от ВК. Но мы приступаем к видеоролику. Ребята, наконец-то пойдем сейчас тратить голду. Кстати, оцените, ребят, футболочку в комментариях. Все, погнали к ролику. Что ж, ребята, я запустился наконец-таки в каточку опять на провинцию. Ну, так сказать, не Sandstone. Кстати, ребят, оцените вообще качество картинки, качество вебки. Это стоило огромных денег, потому что я купил камеру. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк за такое, потому что я хочу, чтобы в роликах была более качественная картинка. Надеюсь, вам понравятся ролики, надеюсь, для вас будут интереснее. Так что напишите в комментариях вообще, как вам. А мы сейчас приступим к каточке и будем покупать случайные скины из Origin коллекции за каждую смерть. Опять же, я очень сильно надеюсь, что я сегодня не потрачу все свои сбережения, всю свою голду, потому что Origin коллекция — это вообще, по сути, самая дорогая коллекция. О, кстати, у парнишки тоже тычковые ножи. Я вот решил с тычками побегать, потому что Кирголд мне чуточку поднадоел. Буду теперь с тычками хаслить. Так, вообще, проверю. Картана тут открылась зачем-то. Картана. Ты можешь закрыться, пожалуйста? Так, ребятки, я честно вообще не знаю, на какой плент идти. Буду просто играть на расслабочке. Ага, бомба на Б, хорошо. Я тогда буду идти на Б. Так, давайте пробуем в дым пострелять. В дыму нет никого. Нифига, у меня просто тиммейт. Просто их схавал. Просто схавал с кетчупом. Всю тиму их развалил. Окей, это мне нравится. Офигенное начало видеоролика. Я только запустился, иду тратить голду на Origin скин. Вообще, лайкозавр, ребята, почему он у вас еще не стоит? Что ж, ребята, меня убили первый по счету. Поэтому давайте сейчас зайдем на рынок. Сразу выберем фильтр Origin. Ой, вот Origin. И посчитаем, сколько у нас всего скинов. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 37. 37 скинов, ребята, я буду покупать случайные скины из Origin. И давайте сейчас я спрошу у Siri, какой же мне скин купить. Siri, назови случайное число от 1 до 37. Ответ 22. 22, ладно. Заходим на рынок и отсчитываем 22 скин. 4, 8, 12, 16, 20, 22! АВМ Феникс за 21 голду, почти 22. Ребят, начало хорошее, потому что АВМ Феникс, она стоит всего лишь 21 голду. Это не так много, так что хорошо. Погнали в каточку. Но, ребят, вы сами понимаете, Origin коллекция очень дорогая. Возможно, я потрачу сегодня очень много голды. Йоу, ребятки, я в каточке взял по классике фоматик. Первый раунд мы затащили, поэтому могу себе позволить взять фоматик. Кстати, против нас попались, скорее всего, мои подписчики. Если вы вдруг попадаете со мной в катки, передаю всем привет, кто со мной попадается. Все, погнали тащить, ребята! Забрал одного. Мид он пушит с такнайном. Самоуверенный какой, посмотрите. Так, скорее всего, сейчас еще его тут будет кто-нибудь пушить. А, не, никто не пушит. Хорошо, значит, они, скорее всего, на миду. Подсадочку чекаем. Подсадочка нет никого. Так, идем тогда дальше. Идем дальше. Так, даем туда флеш. Говно флешка. Очень плохая флешечка, ребята, я вам так скажу. Опа. Опа, скушал челика. Так, уже 2 кило. Ой, он хотел меня на нож посадить. Вы это видели, ребята? Хорошо, хорошо, все идет хорошо. У нас уже 2 выигранных раунда и 3 килла. Пока что все идет хорошо. Главное, несли сегодня все просто деньги на этот дебильный, на эту дебильную Origin коллекцию. Давайте возьмем еще дигл, потому что дигл — это вот просто вот дигл — это мой любимый пистолет. Я не знаю, я просто обожаю дигл, ребята. Так, погнали, погнали, погнали. Идем, получается, на аплент. Идем на аплент, даем вот такой вот дымочек. Отличный дымочек, хороший дымочек. Нет, говно дым. Ладно, давайте на мид выйдем, потому что на миду самые интересные перестрелки, как по мне. Хаешку. Ой-ой-ой, какая хаешка плохая.
Это самая дебильная хаешка, которую я кидал в жизни. Я такой дурачок. Ладно, погнали покупать скинчик, ребятки. Ну что ж, ребята, я умер во второй раз. Давайте сейчас спросим у Сири. Сири, давай случайное число от 1 до 37. Это 5. 5, хорошо. Заходим на рынок, и это у нас M9 Ancient. Просто! Сразу M9 Ancient! Ладно, ребят, сейчас я задоначу и вернусь к вам. Ну что ж, ребят, я задонатил. И просто, чтобы вы понимали, мне хватает тютелька в тютельку. То есть я задонатил 3000 голды. И я еще должен купить этот M9 дебильный. Где взять что-то? Да нафиг ты мне, ну. Кстати, давайте откроем Furious Box. Furious Box откроем, ребят. Пожалуйста, поставьте лайк, потому что ролик только начался, а я уже купил дорогой M9, задонатил ради этого. Это вообще жесть. Кстати, выпал Jiggle Winner, но я его продам за 0.74 и летим, ребятки, в каку. Короче, ребятки, мы благополучно слили раунд. Это очень фигово. Я возьму сейчас М16 и диффуза. Все, просто закуп. У меня остается 0 долларов. Погнали, ребятки, попробуем сейчас с таким закупом разыграть. Но М16 это, по сути, имбалюта. Из нее я смогу реально растащить. Давайте вот сюда вот запрыгиваем. Так, я сейчас у себя так все. Че, хорошо, погнали. Погнали. Так. Че, блин? Я слышал, что челик есть внизу. Дурачок меня убил. Ну все, идем покупать еще один Origin скин. Я надеюсь, это будет не M9 Dragon Glass. Просто надежда на это. Данил, ты гей. Ну что ж, ребята, я умер в третий по счету раз. Давайте не буду спрашивать у Сири, просто сам назову какое-то число. Давайте это будет число 7, потому что число 7 это очень счастливое число. Я сейчас куплю скинчик под 7 номером. Заходим на рынок, это у нас АКР пиксели камуфляж. Слушайте, ну я бы не сказал, что это прям супер счастливое число, но неплохое, потому что, собственно говоря, мы не особо много голды потратили. Могли больше, так что погнали в каточку. Ребята, короче, мои тиммейты взяли тактическую паузу, значит, нам нужно, ну, обсудить какую-то тактику, но я предлагаю просто купить фабарм, потому что фабарм это дробовик, с которым реально можно разыграться. Ой, я хочу подобрать этот юспик, как я люблю этот скин. Ладно, ребят, наверное, я сейчас дождусь, когда кончится тактическая пауза, чтобы не занимать ваше время, так что будем ждать. Кстати, ребят, тут пока идет техническая пауза, я подумал, что нужно напомнить, что скоро будет на канале 700 тысяч подписчиков, так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы принять участие в прокачке на 700 тысяч, потому что она реально будет хорошей, вам она всем понравится, обещаю, так что пожалуйста, подпишитесь, если вы еще не подписаны. Ну и лайкосик влепите тоже заодно, так чисто бахните под ролик, если вам не сложно, само собой. Все, теперь продолжаем тащить. А это вообще нормально? Стендов, что это? Почему я под картой? Знаете, ребят, в этой игре меня уже ничего не удивит. Я нахожусь под картой и... Что это такое? Походу, я здесь буду афкашить до конца раунда. В этой игре меня реально уже просто ничего не удивит. Просто ничего. Я не знаю, что должно произойти, чтобы меня хоть что-то удивило. Все, я буду ждать, потому что я что-то забыл вообще под картой. Давайте посмотрим на фабарм. Да. Вот так вот и проходят наши каточки в стендофе. Уф, ребята, наконец-то я выбрался из-под карты. Хорошо, что меня хоть не убило там. А то было бы обидно, если бы я провалился под карту, так еще в итоге бы и сдох после этого. Вот, погнали, короче, сейчас попробуем разыграться на Бэплен 2. Вот сюда вот встанем с дробовиком. И сейчас будем встречать. Встречать их здесь. Погнали. Погнали, здесь сейчас встретим челиков. Флешку на всякий случай дам наперед. Возможно, сейчас кто-то будет пушить и будет иметь дело со мной. Походу, никто, ребят, не пушит. Да, походу, никто не пушит. А, смотрите, где они. Я сейчас хаешку туда кину. Так, они здесь, они близко. Мужики, они прям близко. Забрал одного. Все, хорошо, Андрюша, отваливайся. Не надо было выпендриваться, Андрюшка мой. Дорогой дружочек. Все, у нас есть калаш, ребята. Мы можем сейчас разыграть прям хорошенечко. Так, хорошенечко разыграть раунд. Так, идем сюда. Идем сюда обязательно. Идем сюда. Так, и ищем челов. Ищем челов, ребята. Самое главное, затащить раунд и не умереть, потому что смерть может стоить нам... Очень многого. Че сидит парнишка в прицеле? Оп. Увидел. Увидел парнишку. Ага, он убежал наверх. Он убежал в эту будку. И флешку ему кину туда наверх. На выход из будки. Брат. Все, его стегла уработали. Хорошо. Наконец-то, ребята, мы затащили раунд. Наконец-то. Это просто идеально. Еще и калашик себе засейвил. Ребят, ну согласитесь, провал под карту. Это вот было, ну, немножко грустно. Потому что после этого я под картой находил. О, М16, блин, не успел забрать. Окей, пофиг. Так, давайте сейчас попробуем пойти на плент. Ой. Давайте на миду постреляемся. Ребят, не знаю, почему мне просто во всех играх нравятся перестрелки на миду. Они мне кажутся самыми интересными такими и познавательными, что ли. Куда бежишь, Андрюша? Это что за гипертактики? Куда бежишь? Что? Меня убили! Идем покупать
скины Зоджи коллекции. Помянем мою голду сегодня в ролике, ребята. Ребята, я умер еще один раз, так что давайте сейчас я приобрету какой-то скинчик. И давайте, кстати, я применю бабочку и применю Кирго, потому что нужно их применить. Все. Давай сейчас я выберу у Сири. Так, Сири, назови случайное число от 1 до 37. Ответ 5. Опять 5. Если, ребят, сейчас Сири опять назовет какой-то ножик, это будет просто жесть. Заходим на рынок, это... О, это по 90 гуль. Это неплохо. Это... Ууу, какая тут аватарочка. Ну, у меня получше, у меня получше. Все, 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 хватит. Хватит, все, погнали в каточку. Йоу, ребята, я снова окажусь в каточке. Сейчас я покупаю, наконец-таки, авик. Наконец-таки я беру авик, ребята. Это авик В2. Кто помнит, ребята, ролик с симулятором кейсов, я все-таки купил этот авик. Кто еще не видел, если есть такие. Я купил авик В2, выполнил свое наказание. Я, ребят, выполняю все наказания. Если выпадает что-то дорогое, я обязательно это куплю. Так, все, встаем на мид. Встаем на мид. Просто стоим на миду и ждем челиков. Ждем челиков. Конечно, могут и вот тут вот идти, так что... А-а-а, я просек уже их план. Коварный. Опа, одного встретил. Ой, флешки какие-то тут залетают. Короче, они сейчас будут идти отсюда, ребят. Они сейчас будут идти отсюда. Ага, и на миду есть тоже парнишки. Окей, хорошо. Скорее всего, оставшиеся пойдут вот отсюда именно. А-а-а, поймал парнишку, хорошо. Так, еще нужен чел на миду какой-то. Скорее всего, сейчас он на миду. А, смотрите, он с подсадки вообще спрыгнул. Хаешку, короче, даем, сейчас, скорее всего, там где-то будет тип. Так, они все равно еще могут идти с длины, я думаю. Очень-очень вероятно, что какой-нибудь челик может идти с длины. Так что давайте сейчас будем аккуратно ползти. А все, мы затащили. Легчайшая, легчайшая каточка. Я считаю, это вообще легкая каточка, ребят. Все, уже скоро будет смена сторон. Главное сейчас это не умереть, потому что я буду покупать Origin скин, если я умру. И главное реально не умереть, чтобы сэкономить голду. Ай, вдруг выпадет дигл. Ой, не дигл. MTV Dragon Glass. Это вообще будет жестко. Ребят, надеюсь, вы поставите лайк. Давайте соберем 10 тысяч лайков под роликом. Оп, тут челы внизу. Одного поймал. Хорошо. Вот это... Второго поймал. Так, на миду есть тип, на миду есть тип, на лесенке. Хаешку убили, это вообще как? Все, ребята, идем покупать скин из Origin. И все из-за этой дебильной хаешки. Ну что ж, ребята, я умер. Пятый по счету раз. Давайте сейчас снова спросим у Сири. Сири, назови случайное число от 1 до 37. Это 27. Это 27. Хорошо, идем на рынок и отсчитываем. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27. Это акер! 12-й рейл ганчик. Хорошо, я ради этого продам вот эти тычковые ножи, ребята. Демоник Фок, который стоит 1730 голды, ребят. Пожалуйста, поставьте лайкосик, потому что мне не жалко продать ножик ради ролика. Я просто беру и продаю ножик, ребята, ради ролика. А, кстати, он еще не продался. Окей, ладно, давайте сейчас я за 1700 его выставлю тогда. Пофиг. Ребят, вот ради ролика не жалко продать даже ножик. Просто вот не хочется доносить. Не жалко ножик продать. Все. Купила координатный рейлганчик, ребята. И погнали, наконец-то, в каточку. Ребята, мы снова находимся в каточке. Я хочу вам показать то, что вы должны увидеть, ребята. Вы видите этого кентика, ребят? Он что-то хочет получить серьезное. Если вы не поставите лайкос, этот кентик придет к вам ночью и что-то может вам сделать. Так что я думаю, что стоит поставить лайкос. Кстати, мы уже вернулись в каточку. И, ну, челики здесь слили раунд. Счет 5-4. Это плохо, потому что нам нужно выиграть еще как минимум 5 раундов. Сейчас будет смена сторон. Но я надеюсь, мы затащим. Я надеюсь, мы затащим. Уф, ребята, ну, каточка пока что очень жесткая, очень жесткая. Вы видели, что я вообще сделал в прошлом раунде? Жаль, что меня взорвали гранатой. Я бы еще кого-нибудь, наверное, хлопнул. Берем P-350. Ребят, когда я играю за террористов, мне нужен именно P-350. Без него у меня не получается тащить. С P-350 вообще легчайшее. Я просто готов выиграть любого. Что, погнали, погнали, мужики. Погнали со мной, мужики, погнали на Б! Залетаем нашей ордой, нашей армией. Ладно, я бомбу вам скину, а то я боюсь с бомбой играть. Так, давай сейчас через мид попробуем разыграть. И вот сюда вот запрыгиваем. Так, встречаем чела. Ага, хитроумный, смог, дали. Оп. Оп, встретили. Так, скорее всего, сейчас еще будет вино. Легчайший раунд, ребята, просто в моем исполнении. Просто идеально вышли на Б, я еще и на первом месте. Это вообще имбусики. Берем АКР-12, потому что калашик
только для тех, кто умеет стрелять. Я, к сожалению, стрелять не умею, поэтому беру АК-12. Погнали на мидл, что ли, наверное, пойдем. Потому что я хазак, куда мне еще идти? Погнали на мидл, пофиг. Уходим сюда, прыгаем сюда. Погнали на мидл, погнали. Просто мидл, мужики, летим на уверенности. А тут и нет никого. На миду. Хае даем. Там чел с чеглом, он, скорее всего, сейчас отвалится. А, он убегает уже в страхе. Он в страхе убежал. Ну и ладно, мужик, я не буду за тобой идти. Знаете, почему, ребята, я не уйду? Вдруг у него там дробашек какой-нибудь еще есть в запасе. И вблизи дробашек будет намного сильнее КР-12. И я могу отвалиться, скорее всего, если у него реально дробашек. А вот вдали я его вообще изи вынесу. Потому что у меня есть прицельчик, бро. Вдали ты мне вообще ничего не сделаешь. Так, ладно, я выйду сейчас. Опа! Встретил! И еще одного! Они, походу, даже не ожидали меня в спине увидеть. А я уже у них в спине. Я очень хитрый, ребята, и коварный. Вот это я классно их обошел. Так, хорошо. Где остались последние челики? А я не вижу последних челиков. Так, а где последний? Он, скорее всего, сейвит, я чувствую. За что именно меня, Андрюша? Что я тебе сделал, Андрюша? Из всех ты решил убить меня? Ребята, вот вы понимаете, насколько коварный Андрюша оказался. То есть из всех он убил меня, моего Кентика, своего Кентика. Взял, убил, не пощадил, не дал пощады. Просто убил Андрюша. Как ты мог поступить так со своим лучшим другом Капитошей? Ладно. Ребят, я убер еще раз. Вообще, как нубасик, я считаю, я сдох. Поэтому давайте сейчас купим скин под первым номером. Все знают, что я люблю покупать скин под первым номером. Заходим на рынок, это F-16 Винджет. Хорошо, куплю с тремя наклеечками F-16. Винжет. У меня две легендарки из Origin, ребят. Может быть, в конце ролика я сделаю крафтик, так что, пожалуйста, припите лайкосик, а мы погнали дальше. Хорошо, ребят, погнали сейчас на A-Plant, погнали сейчас на A-Plant 2, ребят, разыграемся. Потому что я не боюсь, я выхожу на A-Plant и просто делаю грязь. Нет, давайте лучше на мид выйду, потому что на миду поинтереснее будет, я думаю. Так, вот сюда встаем, если сейчас кто-то будет со мной стреляться здесь, он просто отвалится и словит такую офигенную квакозябру в голову. Так, тут кто-то тоже, по-моему, осмелел, аж на мидл вышел. Братан, ты вообще, что ли, бесстрашный? Вот и нефиг на миду стреляться, брат, если ты не вывозишь даже АКР-12 с М-16. Все, погнали, ребят, с его М-16, с трофейной, так сказать, сейчас разыграем. Так, где-то там есть на Б-планту. Все, легкая игра. Легко забираем. Давай сейчас, ребята, возьмем авик, потому что я хочу поиграть с авика. Я хочу показать вам, ребят, клевую игру. Я иду на первом месте, и нужно сохранить то, что я иду на первом месте. Мужики, давайте, собираемся и тащим. Кстати, у них Андрюша что-то тут выходит. А, Андрюша вышел. Андрюша испугался меня, ребят. Андрюша не выдержал прессинга, который я оказываю ему. Кстати, я по чьей-то голове бежал все это время, вы видели? Угар. Хорошо, так, где-то из них, наверное, кто сейчас будет на миду. Кто-то на миду будет, он словит ярость моего авика. Века. У них кто-то есть виноградники. Кто-то еще есть и на меду. Тут где-то кто-то был. Планту, что ли, где-то прячется. Тут точно есть какой-то чел, ребят. Я вам зуб даю. Тут какой-то чел был. Он же гранату кидал. Убил, берсерк. Отваливайся. И остался какой-то нубик, но он идет на первом месте у них, кстати. Я прошу заметить. Ладно, я сейчас его тоже должен забрать. Окей. А, он... О, смотрите, он одного из наших забрал. То есть он умеет играть. Хорошо, окей. Сейчас я буду его тут ждать. Вот это коварная позиция. Он мне вообще, по сути, ничего не сделает. Он у меня только голову видит. Ну все, братух, тут уже ты не выиграешь раунд. Никак. Тут бомба стоит. Ты просто не успеешь. Он, наверное, на сейф ушел. Нифига, у чела авик. Вы это видите? Я давно не видел в руках авик Туерс. Но мне он очень нравится, потому что у него очень прикольно раскрашен прицел. Мы выиграли раунд, но я иду покупать Origin скин, ребята. Я дурак. Иду тратить свою голду. Ребята, меня убили еще один раз. Я умер в 7-й по счету раз. И это, по сути, счастливое число. Поэтому давайте сейчас я приобрету скинчик. Вот 7-й номер. Заходим на рынок, и это у нас... Это счастливое число 7! Это Диглблад за 4 голды! Ребята, вот нужно же, чтобы вот так вот повезло. Погнали в каточку. Ну что ж, ребята, сейчас я иду разыгрываться с АКР-12. Как его кубереть вообще в последний раз? Там можно было просто уже спрятаться, бомба взорвалась и раунд выигран. Но я просто потратил голду вообще на ровном месте. Вот это вообще, это только я умею, ребят. Это только я умею тактику, так сказать. Ладно, погнали, разыграем тогда здесь. Ой, флешку кто-то оформляет здесь. Пушит под флешку, как нубик. Брат, это так не надо делать. Вот так вот не надо, как говорится. Давай, даю флешку. Ой, хаешку. И на миду кто-то, да? А, его взорвали просто гранаты. Ой, тут еще кто-то есть, чё? И ты тоже.
Последний раунд. Мы сейчас выигрываем катку. И я сливаю. Ладно, идем покупать скинчик. Ребята, это последняя смерть за сегодня. Поэтому давайте я зайду до рынок и куплю скинчик под 37 номером. То есть самый последний скинчик. Заходим на рынок. Так, М9 Dragon Glass пропустили. Так, все, это пропустили. Все, вроде все М9 пропустили. Ой, только бы... Ой, G22 Nest. Ладно, давайте я сейчас продам гуль. Ребят, не обессудьте, я продал его, потому что мне чуть-чуть не хватает. А донатить, сами понимаете, не всегда хочется. Потому что, ну, ради там условно 20 голды донатить, это вообще, ну, не хочу так делать. Ладно, не обессудьте. Я просто, ну, по факту уже купил скины. Сейчас я продам вот эти вот ненужные, дешевые, чтобы купить G22 Nestик. Так, а сколько вообще сейчас стоит G22 Nestик? Ребят, сколько сейчас стоит G22 Nestик? А, он стоит... Ладно, давайте сейчас еще тогда и вот этот продам. А, вот этот вот. Вот этот АК-12. Так. А, смотрите, у меня 24 тысячи киллов. Давайте я вот этот тоже продам. Ребят, пожалуйста, не обижайтесь. Просто, ну, по факту, я же купил скины. Просто я не хочу 3К голды еще раз донатить. Лучше я продам парочку и куплю вот этот G22 Nestik, ребята. Все, я выполнил наказание. А давайте сейчас я сделаю крафтик. Крафтик. Легендарочек, ребята, крафтик легендарочек. Это вот чисто вам напоследок такой бонус. Бонус, так сказать. Ребят, пожалуйста, поставьте лайкосик. Сейчас я куплю легендарочки. Мне нужно сколько легендарочек-то? Сколько мне легендарочек-то нужно еще? Так, давай сейчас я жму крафтинг. Ага, мне нужно еще 3 легендарочки. Ладно, давайте я продам G22S. Пофиг, пофиг, ребят, ради вас продаю G22S. И мне вообще не жалко, ребята. Мне вообще не жалко. Хотя нет, мне честно жалко, но ради вас мне не жалко. Жалко у пчелки, как говорится. Все, покупаем. И делаем, ребят, крафтик. Крафтинг Origin. Крафтинг Origin, ребята, делаем. Пожалуйста, Treasure Hunter, ребята. Давайте, вот, пожалуйста, поставьте лайк за крафт. По сути, я его мог не делать. Просто вот захотел сделать крафт, чтобы ролик казался более интересным. Все, я нажимаю крафтинг и... Да, Treasure Hunter! Ребята, это Treasure Hunter! Пожалуйста, поставьте лайк на данный видеоролик. Ведь я скрафтил... Я не верю, что я скрафтил Treasure Hunter. Я просто в это не верю, ребята. Пожалуйста, поставьте лайкосик, потому что... Блин, это круто. Это круто. Все, погнали в каточку. Что ж, ребята, каточка подошла к концу. Мы ее выиграли. И давайте посмотрим, сколько же ММР мне дадут. И мне дают за нее 31 ММР. Меня... А, 18. То есть меня почти повысили. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Пожалуйста, поставьте лайк. А обязательно подпишитесь на мой YouTube-каналчик. Ребята, это вам. Я просто... Просто люблю всех подписчиков, кто подписывается. Скоро у нас уже будет 700 тысяч. Тыкайте на видеоролик, который появился у вас на экране. И, кстати, еще раз, оцените вот эту футболочку. Сюда ты! Ладно, все. Все, пока-пока!